Во всех муниципалитетах Московской области в рамках губернаторского проекта «Чуткая власть» прошла праздничная акция. В честь Дня защиты детей в отделениях МФЦ Ленинского района надули более 1000 воздушных шаров, чтобы каждому маленькому посетителю в этот день преподнести шарик в подарок. Я думаю, что ценность заключается в том, чтобы лишний раз обратить внимание на не только своих детей, но и тех детей, которые нас окружают. В этот праздничный день сотрудники многофункционального центра подарили хорошее настроение не только детям, но и их родителям. Для Марины Вальдман эта акция стала приятным сюрпризом. МФЦ мы очень любим. Очень быстро и продуктивно проходит время здесь. Думали, что день рождения у МФЦ нашего города видно. Забыли, что сегодня такой праздник прекрасный. Несмотря на праздничный день, посетителей с детьми было много. Некоторые даже приходили всей семьей. Поэтому под конец рабочего дня количество воздушных шаров, лежащих на подоконниках центра «Мои документы», стало значительно меньше. Добрая акция продлилась в Ленинском районе 3 дня и вызвала у посетителей центра положительные эмоции.